Понятное дело, я быстро сдохну. Уровень раздражительности повышается с нуля, сука! До бесконечности! Девчонки, ну-ка, теперь можете открывать глаза и смотреть трусы спокойно. Дорогие друзья, всем привет! Как вы поняли, этот выпуск посвящен бегу. Мы будем проверять меня на выносливость, а также постараемся получить результаты на определенных дистанциях благодаря тренировкам, которые будут длиться 2 недели. Сегодня в планах пробежать 2 дистанции, короткую и длинную. Первая дистанция будет 60 метров, вторая будет 400 метров. Задача на сегодня – показать наилучшее время и выполнить хотя бы юношеский разряд. Через 2 недели мы это время улучшим и покажем более высокий разряд. Да, Санек? Юношеский, я что, не мужчина? А есть, да, мужской разряд? Второй. Есть там только первый, женский. Второй. Есть мужской, да? Yeah. Вот. Хотя бы не так давай мужской тогда делать? Давай. Давай. Ух, что, давай-то, надо бегать иди. У тебя выбора нету, понимаешь? Ну да. А сколько там второй мужской, знаешь? А на что именно? На какую дистанцию? Ну давай на дистанцию 60. 60. Ну, второй мужской. По-моему, около 8 секунд, что ли, 8 с чем-то. Это 8, второй 8, мужской? 8. Да, это юношеский, нет, это юношеский. А, это юношеский, а мужской? Мужской, ну, у нас таблички есть, мы во всяком случае посмотрим. Я не специализируюсь именно на... Это заметно, да, что ты не специализируешься на атлете. Сейчас бежим 60 метров. Я очень рассчитываю, что у меня получится выполнить хотя бы 3-й разряд. Я все-таки думаю... Ну, 3-й, 2-й должен. Ноги-то сильные. Надеюсь, я не совсем мешок, но на короткие дистанции. На длинные, понятное дело, я быстро сдохну. На короткие я надеюсь, что меня хватит. Ты куда пинаешь? Я не готов. Я готов. Скажешь, когда? Скажу. Давай, я готов. Старт. Внимание. Марш! Давай. Оп. Ну что, красавец, 8,8, как я и думал. Это считаю, у нас почти 2-й юношеский. Не хватило одной миллисекунды, нам не хватило. Ну вы все поняли? По-моему, я даже в школе быстрее бегал, чем сейчас. Вот. Я сейчас чувствую, будут комменты. Я в школе бегаю то быстрее, чем Саш Тилекс. 100%. Ладно, сейчас побежим 400 метров. У нас минута 29 на эту дистанцию, но ну, это где-то 3-й юношеский. Чуть-чуть, мы не дотянули до него. Чувствую себя юношей. Да, разряд у нас минута 20, мы минута 29. Он... А сколько там 3-й юношеский? Минута 20. Минута 20? Да. Я думаю, через 2 недели мы выполним 2-й юношеский. Ну, это наши планы. Ну, по крайней мере, постараемся. Постараемся, да. Надо будет дохрена бегать. Сейчас пока не выполняем. Я в школе ненавидел бегать круг, и просто я, было дело, даже не добежал. У меня из-за того, что плоскостопие, ну, пятка очень сильно болела. Сейчас не болит, слава богу. Хорошо, что я бросил курить. Ну, сам себе спасибо. Только в лужу не упади. Нахер этот бег.
Вообще, я очень люблю бегать и не раз убеждался в том, что если вы хотите сбросить хотя бы пару килограмм, достаточно просто придерживаться правильного питания и бегать по утрам хотя бы один часик. Во-первых, именно утром, когда вы бегаете натощак, у вас лучше всего происходит процесс жиросжигания. А во-вторых, нереально кайфовая атмосфера. Ну серьезно, вы выходите, свежий воздух, никого вокруг нету, бежи себе спокойно и кайфуешь. Я не присутствовал на всех пробежках Сани. Он все-таки самостоятельный и сам понимает, к чему он идет. В течение этих двух недель мы сделали акцент на кардио. Но мы все так же работаем в тренажерном зале, повышаем рабочие веса, интенсивность. Следим за правильностью выполнения движений, за дыханием. Работаем над достающими группами мышц. В последнее время на пробежке мне стало нравиться слушать лекции, не знаю, радиоэфиры на интересующую меня тему. И знаете, этот процесс стал для меня вдвойне интереснее, ведь когда ты вслушиваешься в слова, проникаешься в тему, то и время пролетает незаметно. И тут бац, оказывается, ты пробежал уже целый час и в то же время впитал в себе кучу интересной информации. Я бы мог вам тут еще много чего рассказать, но более подробно эти темы буду разбирать в Инстаграме, писать под фотографиями, те, кто следят, в курсе. На протяжении двух недель тренировок я должен буду очень много времени уделять прыжкам на скакалке. Вот она такая скакалочка. И теперь осталось только спросить себя, когда я в последний раз прыгал-то? Ну, лет так 12, наверное. Это проблема на самом деле, да. Ну что ж, начнем. Скакалка нам нужна как элемент кардиотренировки. Мы будем включать ее в течение дня около часа. То есть Аня будет прыгать. Час? День? Час в день. Наша главная задача к концу прыгать как кто? Как Рокки Бальбоа, да. Это не так сложно. Девчонки вон 8 лет, где-то 10 были недавно, прыгали. Ты постоянно меня сравниваешь с какими-то девчонками. Нормально все будет. Ну, давно не прыгал. Что такого? Так, все, я правильно сделал тут? Давай. Перевязал все руки. Она, блин, какая-то длинная тут. Я думал, все умеют прыгать на скакалке. Но. Ну ты ошибался! Должен получиться хотя бы один раз по-любому, потому что это слишком. О! Это правда начинает бесить. Че она застревает у меня в этой подошве, сука? Три, два. Сука, о! Сколько раз был? Три, по-моему. А сколько к концу проекта? Я к концу проекта должен. Ну да. Тысячу раз да напрыгать. Надо будет не три, надо будет 10 минут хотя бы. 10 минут хотя бы? Даже я лучше прыгаю. А сейчас мы тебя загоним. Да, сейчас мы загоним тебя, посмотрим. А, оператор хочет проверить, как... Окей, давайте посмотрим. Давай, держи. Давай сюда камеру, давай. Прыгай. Она снимает. Я знаю, что она снимает, давай. У меня всякого... Давай, ты говоришь, лучше прыгаешь, давай. Юнец. Красавчик. Я не буду это снимать. Все, я не буду это снимать. Большинство из вас умеет прыгать на скакалке и думает, что это проще простого. Да, возможно. Но когда ты только учишься, уровень раздражительности повышается с нуля, сука, до бесконечности. Просто взрыв. Я мучил скакалочку на протяжении часа после основных тренировок. И знаете, что я вам хочу сказать? Я за***ся. Чувак, сколько эмоций, а? Слушай, она меня бесила больше, чем бывшая? Серьезно, я не могу, я хотел ее порвать просто на части. А вот это... Ой. Ну-ка, давай! Жестче! Саня, давай, блядь, в рот. Хорошо, бежим.
Ребят, прошло 2 недели, и вот мы снова на этом стадионе для того, чтобы, так скажем, закрепить результаты тех тренировок, которые у нас были на протяжении 2 недель. Санёк, что, можешь еще кружочек? Кстати, за Ninebot Mini большое спасибо Футуленду. Подгончик от них небольшой. Но тебе удобно, да, кругляшочек? Он говорит, типа, знаете, такой едет рядом, ничего, нормально, да, я должен бегать. Тебе удобно, да? Очень, такая тема прикольная. Качки не любят бегать, вот они ленивые задницы, вот. Я не качок. Слышишь, он пищит? Это он говорит, чувак, ты слишком много бесишь. Ты слишком... А я еще так могу. Качки, покупайте такие штуки. Ну все, ребят, мы пошли пробовать стартовать. Сейчас попробуем пробежать 400 метров на время. Вот, немножко размялись. Ну и посмотрим, что вы. Перед нормативом я пробежал 4 круга, и, в принципе, мы размялись. После команды «Старт» левая нога немного соскользнула во время рывка, что вызвало сильную боль в бицепсе бедра. Возможно, я потянул мышцы. Ты ж ничего хреново размялись, что ли? Там нога маленько скользнула, когда начали только движение, когда я побежал. Задний бицепс, видать, вот тут. На бицепс, бедра у тебя? Да. Сам можешь попробовать? Так нормально. Еще не очень. Попробуй и потяни ее. А если вот так вот, блядь, колит, сука, ты что, сорвал, что ли, получается, или что? Ногу вперед выдвини. На себя потяни. Больно, не больно? Чувствуется протяжение. Из-за постоянных дождей нам и так пришлось подзадержать выпуск. И ждать еще одну неделю, пока заживет нога, я просто, ну, не мог себе позволить, так как это была бы слишком большая пауза. А ведь тренировки идут, как и сам прогресс. А это был последний день, когда я должен был показать результат в изменении формы тела. Ровно спустя 4 недели. Ну, что-то мне прям это вообще не нравится. Мне кажется, если что-то потяну. Сука, еще дождь начинается. Нам сегодня с погодой, блин, не повезло, на самом деле. Нам постоянно не везет с погодой. Всю неделю перекладывают съемки. Просто нога скользнула, скорее всего. Ну что сказать, ребят. Немножко обидно за то, что сегодня произошел такой форс-мажор. Такая осечка вышла с ногами. Продолжать больше по сроку у нас просто-напросто нету времени, так как мы и так все слишком сильно затянули. Прошло ровно 2 недели, и именно сегодня мы должны были показать результат. На улице дождь, гроза. Это означает, что нам нужно поторопиться. Ну так вот, ребят, мы приблизились к финалу, к тому моменту, когда я должен снять майку и показать вам результат за 4 недели. Я думаю, вы все готовы? Девчонки! Девчонки, ну-ка, теперь можете открывать глаза и смотреть спокойно. Так, стоп. Наверное, многие из вас уже и забыли, как я выглядел 4 недели назад. Поэтому... Флэшбэк! Я думаю, люди никогда не видели такого сексуального парня. Я никогда не видел свой пресс. Вот. Я надеюсь, я увижу свой пресс под конец проекта. Ребят, как вы видите, тут есть над чем поработать. Девчонки! Девчонки, теперь можете открывать глаза и смотреть спокойно. Вот он. Как у него добавились дельты, округлились бицули. Талия стала меньше, ну просто красавчик. И это всего 4 недели, а у нас впереди еще 4 недели. И отлично, мы сделаем из него просто, блядь, звезду фитнес-индустрии. Давай попробуем теперь замеры сделать, замеры. У нас пошел дождик, но мы сейчас все успеем сделать. Давай замерчики сделаем. Что мы делали, грудь? Давай, мы начинали с талии. Камеру прикрой. 88. Бицулю напрягай. Пишу. Рука ебаться, 40,5. Красотончик. А сколько было, 38? Да. Максимальный пик. Здесь у нас 42! 42! Я почти догнал! У тренера 44, слушайте, чтобы вы понимали! Методика работает! Так, грудь у нас 107. 107? Сколько 107 было, не помнишь? Тоже забыл. Грудь, я не помню. Так, что последнее осталось? Задница. Кстати, очень интересно, сколько задницы. Ой, сука. Задница 105. Спасибо тебе, Зевс! Очень хорошо потрудились, и это всего лишь 4 недели. У нас в запасе еще 4 недели. Это означает, что мы будем все эти деньки оставшиеся дожимать. Скажите по полной отсюда программе. На камеру. Вы посмотрите, как он выглядит. Ну, получше, блядь, получше, чем машина, в первом. Просто получше. Машина. В следующем выпуске у нас будет кроссфит, как сказал Данил. Именно
на кроссфите из меня выбил все дерьмо. Потому что я тебя буду нагружать. Да, на кроссфите придется потрудиться. Вот, ребята, ждите следующий выпуск, следите за всеми новостями, обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь в Инстаграм. Иногда я там публикую небольшие спойлеры следующей серии. Вот, всем спасибо за внимание, огромное спасибо, что от меня, что от Данила за поддержку. Потому что я видел, что очень многие нас в комментариях поддерживают. Нам очень приятно, ребят, правда. Вы придаете нам много сил. Всем спасибо еще разочек и пока. Ребята, всем вам большое спасибо за просмотр. Также я предлагаю вам перейти по аннотации и заценить первый выпуск, увидеть, так скажем, с чего все начиналось. А также не забывайте заглянуть в описание, там куча интересных ссылок. Ждите новых выпусков. Всем пока.